Дорогие коллеги, QR-код – это незаменимый помощник учителя в учебной работе. Посредством QR-кода вы можете связать бумагу с цифрой. Вы можете связать мир физический и мир виртуальный. И этим в учебной работе нам просто необходимо пользоваться. На этом мини-курсе под названием «Использование QR-кода в учебной работе» коллеги, вы научитесь не только органично внедрять какие-то элементы с использованием QR-кодов в учебную работу, но и научитесь посредством QR-кодов выстраивать учебную деятельность в течение, например, одного урока на 45 минут. Если вам это интересно, то проходите обучение на этом мини-курсе, и уже через несколько дней вы сможете интегрировать QR-коды в свою учебную работу. Удачной, плодотворной работы на курсе и интересных вам уроков. Всего доброго!